Я хочу поздравить сегодня общество надежды, то есть тех людей, которые дают надежду и ее дарят нам с этой прекрасной датой. 35 лет. Но поздравлять я буду вместе с Ларисой Владимировной Алелиной, потому что она – это мой заместитель председателя городского собрания. Уж я не знаю, кто в зале, но ведет у вас сегодня праздник заместитель председателя городского собрания Лариса Алелина. Я очень много слышала о вашем обществе. Это человек, который каждый день рассказывает мне о том, сколько в вас энергии, сколько в вас таланта, сколько в вас неиссякаемой надежды. Я хочу поздравить сегодня вас с тем, что вера в ваших сердцах есть. И эту веру вы несете внутри себя и даете другим людям. Любовь, она присутствует, она отдается другим людям. И поэтому я хочу, чтобы ваша надежда, она росла, она крепчала, и она присутствовала на всех наших городских праздников. Вы самые надежные друзья, которые всегда нам помогают в городе. С праздником вас! Наш коллектив, он начинался как клуб молодой бабушки. 35 лет назад собрался небольшой коллектив пенсионеров, которые решили украсить свое свободное время. Они собрались, вместе пели. Вот. Нашлась одна энтузиастка наша, Акакия Раиса Михайловна, которая собрала, просто по крупице собрала этот весь коллектив. Вот. И они с Пановой начали встречаться. Вот. Тут уже появился настоящий хор, потом танцевальный. От имени и нашего посольства, и себя лично, своих коллег, поздравить всех вас, всех адептов надежды, пожелать здоровья, добра, благополучия, а России и Эстонии благополучия и процветания. Говорить об обучении на протяжении всей жизни, да? Но я думаю, ваше общество – это огромный, яркий пример физической активности на протяжении всей жизни. И я хочу вам пожелать, чтобы ваш этот задор, ваша сила, ваше здоровье никогда не иссякало. Успехов вам во всем. Большое-большое спасибо. Занимаюсь тут в группе здоровья 2012 года. Следующий год будет 10 лет, как я участвую. Я там два раза пробежала 21 километр. Так бегу 6 лет. Каждый год 9 лет я бегала эти беги, которые устраивают в городе Нарве. Я в этой надежде уже 18 лет. Ну что, для меня эта надежда – все.
мой на следующий год юбилей, 70 лет, я не скрываю. Старшая в этой группе, мы занимаемся активно, ходим на концерты, ходим в лес, устраиваем чаепития с танцами, с песнями. Что для меня надежда? Ну, это как бы все. После хора мы собрались на торжественный обед. У Ляшенко любый праздник, мы кончали всей гурьбой. Для тебя у нас подарки, ты запомнишь праздник свой. В этом месяце исполнилось 10 лет, как я работаю с ними. Это единственный хор смешанный, то есть здесь мужчины есть и женщины. Это придает колорит звучанию хора, мужские голоса. И количество людей здесь тоже, 30 с лишним человек. Замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одно, что только в жизни не пела. Ты поверь, что здесь издалека теряется из виду, тают розовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, что только о доме не пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Усталые глаза, синие морозные метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда,